Привет! Сегодня мы с вами выучим маленькое упражнение для правой руки. В этом нам помогут те аккорды, которых мы выучили на прошлый урок. Давайте начнем с правой руки. Сперва ставим наш большой палец на пятую струну, указательный на третью, средний на вторую, а безымянный палец на первой струне. В левой руке берем наш ля минор. Сейчас я буду играть с большим пальцем пятую струну в стиле апоянду. Потом с большим пальцем четвертую струну в стиле тиранду. Указательный палец, третья струна тиранду. Средний палец, вторая струна тиранду. И безымянный палец. Первая струна тоже тиранду. Повторим. Апоянду, тиранду, 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 тиранду. Играйте очень медленно. Приготовьте каждый палец. И только тогда играйте, чтобы правильная техника стала для вас привычкой. Это не будет сразу, не будет через неделю, через месяц, но со временем это придет. Главное, каждый день, чтобы вы занимались по 10, по 15 или по 25 минут. Следующий наш аккорд это был соль мажор с большой секстой. То же самое мы делаем здесь, но в этом случае уже большой палец ставим на шестой струне. А остальные три пальца на третий, второй, первый. Сейчас я буду играть шестую струну с большим пальцем в стиле апоянду. Пятая струна, тоже апоянду. Четвертая тиранду и все остальное тиранду. Повторяю. Наш следующий аккорд фа, большой мажорный септаккорд с увеличенной сундецимой. То же самое, как в соль мажоре, правая рука. Апоянду, апоянду, тиранду, 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 тиранду. И то же самое ми мажор с маленькой ноной. То же самое вы можете играть в пятом ладу, шестом, седьмом, восьмом, как вам удобно. Если замечаете, что вам пока еще трудно брать эти аккорды, то не спешите, берите капу и с помощью капу играйте в ладах повыше. На сегодня это все, и мы с вами увидимся на следующем уроке.